Анонс итогов дата-выхода 11 серии турецкого сериала «Игра на удачу». 11 серия сериала выйдет в эфир 31 августа. Напомним, ранее в сериале мы увидели, что когда Бора открыл набор кандидатов на должность его помощника, то Ада находилась вне себя от ревности. Но жизнь Ады все же начинает усложняться после того, как появляется Мельтем. Ада очень сильно разозлилась на Бору, когда увидела в его номере Мельтем. Помимо этого, она выходила из душа. Она стала интересоваться у этой девушки, дома нет душа или же вода не течет. Бора сразу же заметил, как сильно Ада изменилась в лице и понял, что она его ревнует. Ему это очень нравится. И тогда Бора решает продолжить дальше эту игру, чтобы вызвать еще больше ревности со стороны Ады. Ада возмущена тем, что эта девушка не успела появиться, а уже оказалась в номере Боры. Ада и Мельтем устраивают соревнования между собой, так как каждая из них хочет быть рядом с Бором. Ада не сомневается в том, что совсем скоро все будет хорошо, и она одержит победу в этой битве. Она приложит все усилия для того, чтобы свести Бору с ума, и для этого воспользуется своим природным очарованием. Между Адой и Борой чувства начинают еще больше обостряться, но она не спешит признаваться в этом друг другу. Только вот сдерживаться им удается большим трудом. Напомним, 11 серия сериала выйдет в эфир 31 августа. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.